Выращивание клубники как бизнес традиционно отличается высокой рентабельностью. Действительно, спрос на эту ягоду стабильно высок. Назначив разумную цену, предприниматель всегда может быть уверен в том, что его товар будет раскуплен. Семья Иваненко из хутора Игнатьевский вот уже ряд лет выращивает клубнику. В технологии выращивания нет никаких новшеств. Урожайность высокая, только погода в этом году чуть подводит. Наша семья занимается выращиванием садово-ягодной культуры уже более 10 лет. Ну так, периодически просто меняем место посадки, пересаживаем с одного места на другое. Так вот, в принципе, все, что вот видите, все вот этим вот и занимаемся. Под клубнику отведено тут соток 30, ну максимум 40 соток, примерно так где-то. А остальное все такое огородные культуры, там чеснок, картошка, малина. Технология простая, в принципе, все ее знают, кто когда-либо занимался и посадка, удобрение. Вот перед, как начинает уже зацветать ягода, вот обязательно подсыпать соломой, чтобы не гнила, и от дождя, чтобы не пачкалась, чистая была ягода. Для того, чтобы на рынок привезти чистый, аккуратный продукт. Затраты на выращивание клубники и уход за ней не слишком высоки, поэтому вложенные средства быстро окупаются. Сорта здесь трех разновидностей, на которые спрос более высокий. Сорта в основном Алба, Сирия и Азия. Три сорта клубники. Ну, более-менее, которые на рынке спрашиваются, на которые цена есть. Пока погодные условия не позволяют, да? Пока нет, пока дожди. Ждем, когда солнце будет. И тогда уже будет клубники побольше. Пожелаем же всем предпринимателям сопутствия погоды и хорошего.